Новые правила для цифровых денег. Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила о планах по легализации криптовалюты на Филиппинах. Член комиссии SEC Эмилио Акино сказал: «Мы считаем, что криптовалюта – это одна из разновидностей ценных бумаг, поэтому к ней будут применять уже существующие стандарты и законы, разработанные для акций. Возрастающая же популярность ICO способствует стремлению правительства к разработке новых норм для обеспечения защиты участников рынка. Деятельность организаций, занимающихся обменом цифровых денег, будет регулироваться Центральным банком Филиппин».